Корнеева Анастасия, 15 лет, Волгоградская область, город Суровикино. Для конкурса дети читают стихи. Лидия Руфовна Лысова. В сентябре по заданию роты мне пришлось к переправе идти. Запах гари, крови и пота, взрывы, пламя, пожарищ в пути. Пробежать надо было скорее мимо дома, но что это вдруг? Я услышала стон. Леденее обернулась, пожары вокруг. Ни души, только голос ребенка. И я вижу мальчонка грудной. Озираясь, сидит на пеленках, мать убита. Закрылась собой, видно, сына, и сложены руки, как спасая, держала его. И застыла не детская мука на лице у ребенка того. Это видела только мгновение. Но запомнила я навсегда, мне одно только сделать движение удалось. Но свершилась беда, грянул взрыв, рухнул дом, я упала, оглушила воздушной волной. Как очнулась, вперед, все пропало, ни ребенка, ни дома, лишь вой. Этот лающий вой самолет, пикировщиков злобный налет, оборвал столько жизней на взлете, все разрушил, что создал народ. Вся дрожа и кричала: о, каты, душегубы, фашисты, зверье! Вам до часа великой расплаты неземное проклятие мое! Разве есть в нашем мире законы матерей и младенцев стрелять? Кто же право им дал миллионы беззащитных людей убивать? На глазах у меня умирали, я страдания видела вновь. Эти пальчики душу запали, обогренные в чистую кровь.